два раза оборудование. Нам уже перед полетом рассказал. Да, очень-очень соблазнительно. Историю неприятную. Стараемся не использовать непонятно что. Ой. Ой. Еще. Здесь просто немножко теплый воздух был, я поэтому в этом месте развернулся, чтобы чуть подняться. Сейчас надо поток поймать. Ой, живот пугается. Им надо поток поймать. Да, сейчас найдут теплый воздух и сейчас русло как будто сухое совсем. И что? Русло реки сухое совсем. А уже ж осень. Самое время, когда меньше всего дождей, сейчас еще начались дожди. Угу. Основные дожди, когда пойдут, вот уже через недельки-две, ну опять все будет очень много воды. Угу. А снега же еще нету, поэтому, естественно, нет куда спираться от такого количества воды. Ничего, конечно, мы уже посмотрели, да. Они еще не поднимались, тут надо подняться. Ой, как их крутит. Ой. Крыльев очень много летает, на финском тоже один. Самочувствие не укачивается? Не, все хорошо. Ой, а после езды по этим серпантинам? Ночью по встречке. Я сначала говорю, дайте я вперед сяду. Потом такая, не, я не могу на это смотреть. А еще в машине руль справа, я все время пытаюсь слева за руль схватиться, ну, да. По привычке. Понимаю, что ничего изменить не могу. Правила такие, что их нет почти. А на машинах все. Что машины из Японии много часов их набрали. Часто в серьях по 3-4 машины.
сказать, что грузина может не быть дома, но машина быть должна. Да, это закон. Сейчас Казбек хорошо видно. Да. Будешь снижаться вниз. Но конкуренция тут не очень большая, я смотрю, из предлагающих. Крыльев 70. Ну да, просто... немало я. Здесь просто сейчас мало кто летает из-за того, что не так много туристов. Это сейчас не high season. Uh-huh. Это, ну, осень всегда считается меньше. В августе тут очень много. Uh-huh. Ну, пример. Теплее. Нет, просто high season, ну, как бы у многих там скалы крупные. Да, все с этим связано. На самом деле. Сейчас лучше, потому что народу меньше, все-таки все да. Можно подойти, посмотреть сайты, все объекты. Все, все спокойнее, да, размереннее, да. Никто никуда не бежит, ничего не это самое. Не приятнее. Толкается. Ну, это такой более приятный вот настоящий. А вон горнолыжка там. Ага. Все, тут все рядом. Придется. Нет, нужно подножки поднять, ага. Потом пару шагов сделать. Ага. Хорошо. Бывает, что и нужно делать, просто поднять ножки. Хорошо. Если захотите, можно расширить программу трюками. Ну это если у вас ой, нет. Духу хватит. Это как американский конкурс. Трюки в смысле перевороты? Нет, право-лево такие, как горки она. Давай. М? Давай трюки. Попробуем. Давай. А что мы так высоко залезли? У-ху! Здесь жуткого нет ничего, приятно. Очень приятно. Главное глаза не закрывать.